4 ноября 2018 года на Украине в житомирской тюрьме номер 8 скончался один из самых жестоких маньяков современности Сергей Ткач. Как пояснил источник, близкий к тюремному персоналу, днем Ткачу стало плохо, администрация колонии вызвала скорую. Врачи, прибывшие к пожизненно осужденному, зафиксировали у него низкое давление. Весь день ему было плохо, и вечером Сергей Ткач скончался. За телом никто из родственников так и не обратился, и 7 ноября он был похоронен с силами колонии. Хотя, как утверждают в колонии, они пытались связаться с его женой, с которой Ткач обручился, находясь уже в заключении. Избранница из Ярославля была младше мужчины почти на 40 лет и увидела его по телевизору, и в течение последующих 8 лет добилась с ним встречи в колонии, где они и поженились. У них родилась дочь. Напомним, что Сергей Ткач известен под прозвищем «Пологовский маньяк». Он совершил самую долгую по времени серию убийств на территории бывшего СССР, она продлилась 25 лет, с 1980 по 2005 год. В качестве жертв маньяк выбирал девочек и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Всех их Ткач насиловал, а затем душил. Количество доказанных преступлений – 37. Сам же Ткач признался, что изнасиловал и убил 107 человек. Не забудь подписаться на канал.